Дорогие друзья, прекратите мне писать, что я рекламирую таблетки Барзикова. Еще неизвестно, кто кого рекламирует. Видишь, как мы с тобой быстро подготовились, пока все красится, мы с тобой уже готовы. Надо с тобой вот так повернуться, смотри, чтобы у нас вот так будет наш лучший макияж видно. Ты так стояла? Ты да, я нет. А не за тобой? Ты меня поворачивала. Мы, короче, с тобой готовы, пока все готовятся. Мы с тобой номер один. Раз, и все. Да? Ну-ка, мою. Наша любимая прическа-то? Да, она самая любимая. Привет, девчонки, всем привет. Спасибо огромное, что приходите к нам на шоу ББ. Это та девушка, которая... Вас приглашаете. Да, это та девушка, которая постоянно ведет красивые блоги и постоянно красивые истории представляет. Очень-очень-очень. Нас ответственный момент. Скоро мы уже пойдем. Готовы, Натусь? Готовы? Почему-то сегодня... Стоим и ждем нас. Сейчас будем выходить. Ой, почему мы пришли? Какой красивый. Просто нереально красивый. Вкусный. Аппетитный. Поставили его на такой стул, лишь бы он не рухнул. Сегодня кому-то на программе вручат вот этот вкусный торт. Торт в виде каблучка. Такой красивый туфель. Боже мой, кого же ждет этот тортик? Да, есть какое-то ощущение, как будто глаза засвечены. Мы с тобой вот так должны крутиться, Наташа. Да? Да. Здравствуйте всем. Как у вас настроение? Да, настроение сейчас у нас будет огонь. Да? То есть... Наши хорошие. Вам желаем хорошего вечера. Где Натали? Мне надо стать между ними и загадать желание. Загадать мне надо желание. Девочки, вы обе Натали? Да. И мне надо загадать желание. Вот иди, Наташеньки. Да, моя красавица. Купите туфли такие красные. На садоводе? 25 тысяч. Нет. Ой, вообще не могу. Черные, белые, серые. О, зачем же тебя? Мега белая дача. Наша ты уже ты рекламируешь уже всем? Нет, я говорю, где красный. Можно купить на этот недорогую нормальную обувь на каждый день. Магазин Зумита. Я на 10 литров нормально. Зумита мне будет откатывать проценты. Зумита откатывать мне будет проценты. Нет, ты уже говорила про садовод всегда, Наташа. Садовод это тоже мой любимый бутик. Да. Сейчас Кирилл приедет. Ой, не могу. Вы что думаете, пальцем делаю? Садовод это вообще уникальная история. Я обожаю садовод. Почему Росов его животик устраивал до свадьбы, а теперь она требует, чтобы он шел в спортзал и был не хуже Романа Капатуры. Роза же готова ради мужа на все, лишь бы он открыл ей бизнес. Она хочет дарить ему подарки,
кольца, браслеты и дорогие аксессуары. Почему муж не хочет видеть маму Розы в их доме, когда родится ребенок? Из-за чего происходит бесконечное негодование Андрея? Ведь Роза не виновата, что он посадил свой желудок, когда бурно гулял, а теперь вымещает свое зло на Розе. И удастся ли Розе повесить лапшу на уши мужу, что бизнес ради него, и стать самостоятельной единицей, чтобы в любой момент встать и уйти, если что-то не понравится?